проект, который представлен на рассмотрение настоящего съезда, образовался, как известно, по специальному постановлению Седьмого съезда Советов Союза СССР. Это было 6 февраля 1941 года. Постановление это предлагает внести изменения в действующую конституцию в смысле дальнейшей демократизации избирательной системы, в смысле учета успехов социализации, победы индустриализации, коллективизации, разгрома господарственных классов, утверждения социалистической собственности как основе нашей общества. Во-вторых, предлагает Центральному исполнительному комитету Союза СССР создать Los más hábiles esfuerzos lograron agrupar bajo la presidencia de mi predecesor, el señor Largo Caballero, las fuerzas destacadas que lo habían integrado. Y ahí sí, aquí en el mundo de los cuales, hoy como ayer, un traidor. Я родилась в 1936 году.